Так, я решил немножко откатиться. Вот эти бандиты в крепости, действительно, их можно не атаковать. У них можно взять квест, который по гримуару. Давайте поговорим с главным в этом, в этой банде, видите? Да, гримуар здесь у меня. К сожалению, я не собираюсь его отдавать, а твое золото меня не интересует. Так вот, если бы мне нужно было что-то, я не мог бы добыть это с помощью золота. Я бы пустил в ход оружие. Итак, хватит ли тебе смелости, дружок? Не стоит расслабляться. В общем... Вор там или еще кто, мы ничего не выиграем от бессмысленной битвы. Они могут дать квест, но сначала я заберу гримуар. Какие-то драконьи духи нашел вот здесь в сундуке. В общем, я оставлю здесь... Да, камень для телепорта. Что-то он скажет? Так, ладно. Сдам квест по гримуару. Кстати, знаете, что примечательно с этим квестом по гримуару? Помните, там был переулок, да, где секретная лавка, и где можно делать дубликаты предметов? Так вот, вот этому челу гримуар мы можем отдать дубликат, то есть фейк. Но... Тут это скажется, в общем, на сюжетке, скажем так. Вы потом увидите, когда он появится, и если бы мы ему дали фейковый гримуар, то есть у него ничего не вышло бы. Такие дела. Да, смотри-ка, драконьи духи, редкость, говорят, драконьи... Драконы боятся аромата этих духов. Доверчивый люд мог бы отвалить неплохие деньги за подобного рода сомнительный товар. Так. Так, знаменитый воскресший явился. Ты выглядишь достаточно умелым, но у меня нет времени на церемонии. Я человек дела, как видишь. Моя политика предполагает разговор только с теми, кто наделен собственной волей. С личностями, так сказать. У нас свои способы проверки силы воли каждого здесь, если у тебя хватит духу на это, выслушать. Ничто не может доказать силу воли человека, кроме его поступков. Именно поступки способны сплотить банду вроде моей. Плоды трудов. Если побудешь среди нас, ты переймешь тот же взгляд на вещи. Что значит, будешь делать то, что тебе говорят. Поэтому слушай внимательно. Перед тобой два пути. Первый — разбить наших соперников. На северо-западе располагается другая банда разбойников. Отправь некоторых из них на вечный покой. Второй — избавить нас от предателя. Один из нас нарушил свою клятву и покинул это место без моего разрешения. Отыщи его и проследи, чтобы он получил по заслугам. Выбор за тобой. Мне все равно какой, выполни что-нибудь одно. Я пойму, что ты волевой человек. О вознаграждении мы поговорим позже. Злодеи не ведают чести. Так, идем в Касардис, в первый наш город. Ну, зачищать лагерь — это слишком тупо. Так что... Возможно, предатель банды здесь. Рафтали уже знает. Жизнь продавца, конечно, по-своему трудная. Вот он. Дубина говорил обо мне, значит, они считают меня предателем. Да, я в этом почти не сомневался. Дубина взял меня еще совсем мальчишкой, сказал, что видит во мне потенциал. А я отплатил ему ничем за все, что он сделал. Повзрослел и ушел. А теперь бросил разбойничать, к тому же. Вы ведь воскресший, сэр. Быть может, вы мне посоветуете, что я должен сделать? Так, ну, разумеется, в реальной жизни я бы сказал ему либо ничего не делать, либо покинуть поселение и убежать, чтобы они ему не отомстили. Но здесь рекомендуется, я читал, сказать ему вернуться и предложить свою жизнь. Да, боюсь, вы в этом правы. Это то, что я должен сделать. Я не могу бежать от данных мной клятв. Я вернусь, как вы сказали. Вероятно, это приведет меня к собственной смерти, но, по крайней мере, я умру как мужчина. Благодарю вас, сэр. Прощайте. Так, после этого он уходит из города. Почему-то темно, хотя я ждал до рассвета. Так. Ну-ка, сейчас за ТП шился туда. И где он? Где глава-то? Вот он. Должен сказать, я очень удивлен видеть нашего предателя таким решительным. Вот и он, Пайк вернулся. Наш закон всегда предусматривал смерть для нарушителей клятвы. Зная это, он все же вернулся, сказав, что отдает свою жизнь нам в качестве компенсации за предательство. Он ушел от нас, чтобы заниматься воровством в одиночку. А потом, когда ему не удалось даже это, стал питомцем какого-то трактирщика. Он был слабаком, брошенным на произвол судьбы. Но теперь, после встречи с тобой, он вернулся. Он сделал свой выбор, тем самым доказав свою силу воли. Мне кажется, такой личностный рост должен быть поощрен. Поэтому я решил простить его преступление на этот раз. Я отменяю казнь.
Ты доказал свою силу воли воскресшей. В ответ я дарую тебе свободу. Теперь ты наравне с нами. Свобода следовать своей воле, куда бы она ни завела тебя. Поистине ценная вещь. Вот, показывай это, когда тебе надо будет куда-то попасть. Я прослежу, чтобы тебе предоставили свободный проход. А что он мне дал-то? Я не понял. Тут будет показано новое, типа, что он мне дал? А, во. Знак дружелюбия дубины. Символ, доказывающий завоеванное расположение дубины, сверкает приглушенным светом. Ну, кто знает, может пригодиться. Так, этот камень я здесь на самом деле оставлю. Хоть здесь вроде бы и квестов больше не будет, но тут они рядом с ведьмой расположены, потом еще это самое. Все. Собственно, все. Этот форт основал герцог прошлого. Полагаю, имеет смысл его обследовать. Интересный голос, да, у чела, которого я призвал, кто-то его создал. Такой необычный, кстати. В общем, я сейчас сбегаю к ведьме. Сейчас я вам покажу, что я буду делать. На самом деле, я посмотрел вторую часть игры. И я не знаю, буду я прям ее сразу же снимать, как она выйдет, или потом, или вообще нет. Потому что, на самом деле, я посмотрел, опять же, и очень многие механики... Ну, все механики точно такие же. То есть, да, они значительно улучшили графику, да, они что-то новенькое добавили, но вообще, как будто это то же самое, просто ребрендинг. Это неплохо, не хорошо, но просто... Мне нужен будет перерывчик. Так, ведьма. Мы встретились вновь. Подожди, а почему с ней? Я была здесь одна с тех пор, как умерла Гран. Я ждала и размышляла о моем путешествии с Гран. А почему диалога нету? О, теперь есть, кажись. Почему? Я помню, так ясно, когда ты рядом. Травы? А, для варки пива. Хорошо, вот сюда, пожалуйста. А, она еще... Странно, сейчас я не такая, какой была тогда, когда я была с Гран. В каком-то смысле изменилась. А, вот, вижу, смотрите. Смотрите, о, подарить. Подарить можно. Я ей подарю, во-первых, праздничный пирог. Спасибо. Давай еще подарим ей. Давай ей подарим... Чужеземный нож. Древние писания. Почему бы нет? Это, видимо, даже из глобального инвентаря можно брать. Давайте еще ей подарим. Колкоцвет, белая орхидея, мутное вино. Давайте одно мутное вино подарим. Давайте отбивная. Нормально. И череп один можно. Спасибо. Сок хаспода. Почему бы нет? Хилку, пусть будет. Не, настойку большую я не подарю. Чужеземный нож. Короче, достаточно. Хватит с нее подарков. Праздничного пирога. Нифига себе ей подарил. Пусть попробует найти такого еще, кто бы ей... Так, что там, набрать воды, набрать масло. Вот масло было. Так, это уже... У этого же... Вижу, на здание все трутит, друг. Прошу, не торопитесь. Так, больше ничего нету, да. Лады. Так. Ну чё, основную сюжетку попробуем. Мне оказана честь познакомить вас с текущими заданиями по охоте. Так, выслушать приказ герцога. Это великая честь, воскресший. Вижу, вы настроены серьезно. Вот все подробности. Чудесные вести, воскресший. Герцог удостоит вас аудиенции. Его светлость хочет поблагодарить вас за доблесть и службу на благо страны. Знаете, однако, что любое взятое вами поручение придется выполнить кому-то другому. И вам придется вернуть разрешение на участие в охоте. Если у вас остались незавершенные дела, прошу закончить их до встречи с герцогом. Скажу еще раз прямо. Для аудиенции с его светлостью вам придется оставить все текущие задания и вернуть разрешение на участие в охоте. Учитывая это, вы готовы встретиться с его светлостью? Но у меня там только эти дополнительные квесты с доски объявлений, типа убить там 25 гарпий и тому подобное. Вы совершенно уверены, выполнили все задания, разрешение на охоту вам больше не нужно? Да, но увидим сейчас, если что-то. Если что-то провалится. Понятно, тогда прошу пройти в замок, сэр. Человек внутри проводит вас к его светлости. Посетите герцога. Визит ко двору. Так. Ну и чё, посмотрим. У меня есть провальные квесты?
Нет. Законы запрещают пешкам заходить в замок герцога. При посещении замка ваши пешки подождут на улице и снова присоединятся, когда вы покинете его стены. Сегодня бывший рыбаком рыцарь покинет родные берега в сторону суровых глубин королевского двора. Молись, чтобы дар скромного Фестия сослужил добром во владении Левиафана. О нет, не время благодарить меня, друг. Герцог ждет. Плыви, милый рыцарь, плыви. Он мне клоунскую шляпу одел поверх моего балахона, охренел. Дай хоть этого короля-то разглядеть. Боюсь, твоя корона затмевает мою. Подсосы тоже смеются сразу, всегда так. Какой-то король, он что-то не особо. Хотя, может, просто у него что-то чувство так-то. Ладно, не будем судить пока. Повелеваю. Каждая дорога в Грансисе отныне открыта для тебя. Воина драконьей охоты. Пусть твои старания помогут нам выйти из-под сени дракона. Пока дышит это поганое чудище, я охотно приму любую предложенную помощь. Ознакомьтесь с государственными указами. На протяжении всего моего правления предвидел приближение этой опасности, поэтому я собрал людей в армии и камни в крепости, я подготовился к войне. А потом явился ты, воскресший, ты пришел к нам и дракон вместе с тобой. Прошу, задумайся над значением этого и над своим призванием. Вы стоите перед герцогом, прошу помнить свое место. До меня доходили слухи, вы воскресшие, да, большая честь быть принятым на службу своим герцогом. Воскресший, приветствую, сэр. Кажется, вы действительно выделяетесь на фоне всех нас. Кое-кто насмехался, когда я преподнесла голову Гидры, говорили, что это только ваша заслуга. По правде говоря, отрицать не стану, моей заслуги в этом нет, это очевидный факт. Но как же добровольческий корпус, в чем тогда смысл нашей преданности? Мне нечего ответить своим людям, самой себе. Правитель этих земель вряд ли понимает неотложность опасности, которая им грозит. Это случайно не тот, за которым я следил? Это никчемная пышность там у доказательства. Одни развлечения, без намека на какую-то обеспокоенность. Полагаю, это можно понять. От людей, которые прожили два поколения в мире, нельзя ожидать твердой решимости. Это урок, который познается через огонь и жертвы. Надеюсь, его светлость это поймет, прежде чем пламя сожжет всех нас. Но мне не позволено говорить в таком тоне перед его светлостью. Ты сучоныш мелкий. А, славное возвращение несравненного, неукротимого, незабываемого. Вычеркните последнее. Как вас там звали? Так, а кто тут? Ну да, ну все, в принципе.
Ну надо же. Простите, благородный воин. Но увидеть лицо, строгое, словно крепостные стены, украшенное этим. Хотя это куда лучше нескончаемых дубовых выражений большинства подчиненных моего супруга. Доблесть живет в сердце все-таки. Отвагу знаменует не одежда, а проявленная храбрость, верно? Приветствую, милый воин в очаровательном шлеме. Боюсь, я забыла спросить ваше имя, сэр. Воскресший, простите меня, боюсь, я ничего не смыслю в военных делах. Я думала, что все, кто сражается, носят звание воина. Опаньки, а здесь сундук. Амулет завоевателя. Ой, тут... А, нет, растения нельзя подбирать. Так. Что-то она колпак-то не сняла с меня. Так, что тут у нас? Замки. Что-то как тут не густо, честно говоря. Ну да ладно. По указу герцога вам разрешен свободный проход в замок. Это право распространяется только на вас, и вам следует вести себя подобающе. Это за серьезное нарушение порядка вас выдворят из замка или того хуже. Приказы вы будете получать от герцогского управляющего Олдоса. Поговорите с ним, чтобы получить дальнейшие указания, и да защитит вас создатель на грядущих славных подвигах, сэр. Как прошла ваша аудиенция с его светлостью воскресшей? Олдос Людрик Сорн, к вашим услугам, сэр. Я служу управляющим при дворе герцога. Как вы, возможно, и сами заметили, похоже, его светлость неважно себя чувствует. В самом деле, сейчас столько всего происходит, что у любого разболится голова, но я боюсь, что его болезнь куда серьезнее. Возможно, мне не стоит болтать об этом больше для моего собственного благополучия. На меня возложена ответственность поручения государственных указов, заданий высокой значимости, исходящих непосредственно от самого герцога. Простите мне мое беспокойство, но я прошу вас периодически навещать меня в замке, каждый раз, как обстоятельства позволят вам взяться за новое задание. Будущее этой войны весьма туманно, сэр. Пусть ваши усилия помогут сделать ее конец видимым. Встреча с герцогом обеспечила вам возможность принимать государственные поручения, чтобы взяться за задание, найдите управляющего Олдоса в замке. Типа сюда. Вы воин, пришедший на помощь его светлости, сэр? Так. Вот с ним, что ли? Вы должны встречаться со мной для своих назначений, ни с кем больше. Я говорю от имени его светлости в таких вопросах. Мое слово его, поэтому любая задача требует вашего полного и пристального внимания. Прошу, сделайте свой выбор. Помочь корпусу в охоте. Нет сомнений, вам известно, что дороги все больше наводняются тварями разных видов. Угроза стала еще тревожнее с тех пор, как пришел дракон. Пострадала торговля, погибли граждане. Был собран отряд, состоящий из лучших воинов со всей страны, чтобы проредить бесчисленные ряды существ. Это не идеальное решение, но для начала сойдет. Я хочу попросить вас присоединиться к ним, сэр, согласиться. Нет конца жалобам от обозов, направляющихся с грузами в Гранд Сорен, а подстерегающих в пути монстрах. Среди прочих, самую страшную угрозу представляет Грифон. Это не то существо, с которым легко справиться, и мы не можем больше его игнорировать. Поэтому была собрана элитная группа, и сейчас, похоже, они уже готовы столкнуться с бестией. Они стоят в ожидании за пределами крепостных ворот. Ступайте и обговорите с ними дальнейшие детали. Боюсь, что это будет долгое сражение, сэр, да пребудет создатель вашим щитом. Сейчас я сменю одежку еще, кстати. Так. А у этой мне ничего не надо больше брать? Как ее там? Видимо, нет.
Думаю, лук лучше всего подойдет для охоты на грифона. Известно, что грифоны ненавидят огонь. Кто-то в замке должен быть этим заступником ночи, но кто? Заступник ночи? Че, Рафталию переоденем тоже? Принцесса, а это как? А, это тоже на нее одевается, прикольно. Ну да, та улучшенная, поэтому та получше. Ну, можно вот эту. Да, королевский, кстати, лучше всего, отлично. Пусть пока так будет наша принцесса. Так, а я чё? Это тяжелые доспехи. Что-то как этот мой совсем. Комплект доспехов я не очень, конечно, хочу. 12 килограмм весит. Давай мантию просветления, наверное. Либо можно, конечно, и вот этот комплект. Да, тут вот тунику можно поддеть еще, типа. Если поможете мне с одним пустяковым дельцем, то можете получить могучее грозное оружие, что скажете? Я вообще-то на грифона собрался, но давай выслушаем. Превосходно. Так, вы слышали про мастера-оружейника, живущего в здешних краях? У него недюжный талант, но упрям он как баран, и оружие продает только узкому кругу клиентов. Своим партнерам он вручает статуэтку в знак доброго распоряжения. Надо заполучить такую статуэтку, а с ней доступ к его товарам, чтобы это ни стоило. Я постоянно слышу, что у вас талант отыскивать необходимое. Принесите мне статуэтку, я обеспечу вас оружием, о котором вы и не мечтали. Что скажете? Ага. Так у меня есть... Как это квест называется? Идолопоклонничество. Да, говорят, она понимает язык змей, тот, что драконий. Так, эта ведьма живет здесь уже много лет. Даже в детстве я слышал сказочные истории о ее колдовстве. Статуэтка, хвала создателю, дай-ка ее мне. Бронзы. Да, у меня таких два. Слегка простовато, да? Впрочем, неважно. Я незамедлительно отправлюсь к оружейнику. Без награды ваши стране не останутся воскресшие. В следующую нашу встречу мой ассортимент наверняка придется вам по душе. А, в следующую нашу встречу. Типа надо подождать. Ну... Нам бы не помешало закупаться у этого оружейника время от времени. Нам надо лучше защититься от молнии, если мы собираемся охотиться на грифона. Охота на ведьм. Охота на ведьм? Селену хотят наказать за ее якобы злые делишки. Отправляйтесь в ведьмин лес и удостоверьтесь, что с ней все хорошо. Это, походу, квест, возможно, из-за того, что я ей подарки дал, но это не точно. Ладно, тогда охота на ведьм сначала, потому что этот квест, он по времени ограничен. Потом затаримся всякой фигней. Ты ее еще там замочат. Как я предусмотрительно. Можно этот камень, наверное, сразу ей туда перенести. Хотя... Ладно. Хорошо, что я ее тройкой пометил. Так, ладно, идем в дом ведьмы. Так, я что-то слышал? Нет, так, мне туда куда-то. Так. Несмотря на опасность, ваша пешка чувствует себя здесь вполне комфортно. Сжечь ее! Повесить ее, вздернуть ведьму, она заодно с драконом. Чертова чародейка. Магия или нечто подобное незримо витает в воздухе. Она вместе с драконом. Господь всемогущий. Камень двигается. Монстр. Это ее колдовство. Бегите, бегите. Так, приказал. That
Что-то ничего не происходит с ним. Нанесли урон, но мало. Может запрыгнуть. Да сука. Да как он сшибает? Я ему вроде туда, куда надо, херачу. Кинул меня. Да сука. Он неподвижен, быстрее в атаку. Да, я ему в эту прям втыкаю, точно. Но урона очень мало. И может быть, мои удары не дают никакого эффекта. Да потому что бей куда надо. У него хп очень много. Я не понимаю, вообще урон нету реально. Не, урон есть, но очень мало. Отлично. А как его бить-то? Я ему уничтожил одну метку. Да сука. Как тебе это понравится? Илон Голем. Вроде бы в ногу точно ему бью. Как же сложно. О, сломал, сломал, печать сломана. Ой,
прям я точно в эту хрень бью. Они сообразили, что надо светящиеся диски целиться. Это вроде последнее вообще, что у него было. А где еще? Где-то вот здесь должен быть. В руке, видимо, в руке. Ее не видно снаружи, но она в кисти, видимо. Я пробиваю. Огонь. А что-то с него выпало? Ничего не выпало. Ну и ладно, 8 тысяч больше, чем за этих. Дали, больше, чем за орков всяких гигантских. Или кто там, циклопов. Больше, чем за всех. Так. Может, она пошла сюда? Определенно. Ух ты! Кристалл перемещения. Тайный путь. Что-то совсем тайный. Идемте, мастер, мы должны найти Селену. Я пытаюсь. А куда идти-то? Куда же она могла деться? Мы, конечно, что-то упускаем. Ну, я думаю, по указателю просто. Да, вот он уже рядом. Это Селена и... могила стража. Прошу прощения, воскресший. Тебя затянуло в мои неприятности не по твоей вине. Некоторая часть меня давно знала, что я на самом деле пешка. Я не старею и не умираю, как другие. И принимать собственные решения мне всегда было трудно. Гран подарила мне часть своей собственной души. Мне никогда не отблагодарить ее за такую доброту. Поначалу я не знала, что делать с таким подарком. Но теперь я встретила тебя. Так значит, ты воскресший. Это может прозвучать несколько, немного неожиданно, но мне хорошо знаком путь, которым ты идешь. Видишь ли, я сама когда-то была воскресшим. А эта девушка, Селена, была моей пешкой. Душа воскресшего неизбежно влияет на его последователя, а со временем пешка приобретает облик воскресшего. Это дарование души, так я назвала это. Я не сразу поняла всю суть этой передачи, когда впервые заметила ее, но взгляни на Селену, посмотри, как она похожа на меня. Я молюсь о том, чтобы она вскоре зажила жизнью настоящего человека. Годы и опыт разделяют нас, воскресшие, но я уверен, ты внемлешь моим словам. Селена уже не просто пешка, она жаждет получить право самой управлять своей жизнью, быть свободной от чужой воли. Если ты сможешь помочь ей в этом, у нее еще может быть будущее. Моя метка пешки? Да, теперь я понимаю. По правде говоря, я уже давно так думала. Пути пешек и людей очень близки. Я могу жить по-настоящему? Я могу быть человеком? Ты можешь, Селена. Дарование души наделило тебя моим сердцем.
По мере того, как ты узнавала мир, ты наполнял это сердце своими собственными чувствами. Пешки всего лишь тени жизни, обреченные на вечное скитание в разломе. Но скоро ты освободишься от этого бесконечного цикла. Тогда твои мысли будут принадлежать тебе одной, тогда ты будешь выражать свое собственное мнение. Мое собственное мнение. Я бы хотела быть с тобой. Мне теперь ясно, что надо делать. Так, у меня появилась информация. Может, это сокровище? Я, мое сокровище, камень перемещения. Ну, забрали мое сокровище. Связь между воскресшим и пешками довольно редка. Пожалуйста, воскресший, скажи, что я могу остаться в твоей деревне, под твоей крышей. Мне очень нужно место, где я бы чувствовала себя в безопасности. Душица с юга, лавровый лист. А что? Травы? А, для варки пива. Хорошо, вот сюда, пожалуйста. Лавровый лист. Так. Простой могильник, отмечающий захоронение. Имя погребального начисто стерлось. Погребенного. А где это я? Вообще хз где? Ведьмин лес. Понятно, тут какой-то... Вот где пишется. Так, я так понимаю, мне надо обратно в Грансор и охотиться на Грифона. Так, квест на пиво. Я ему должен сдавать? Так. Да, вот, очищенное травяное пиво. А, вы объявление выполнили. Чудесно, чудесно. Вот, дружище, оплата за труды, всегда приятно иметь дело. Отлично, какой-то выполнил. Так, могу закупиться у него, надеюсь, чем-то появилось. Я-то, мне не слишком нравится магия, все с ней связанное. Железо до стали заточены до остра. Больше у мужчины не надо. Он обещал что-нибудь новенькое. Прежде всего, меня интересует лук. Урон. А, ну вот, да, зазубры появились. То у меня стилеты, зазубры. Надо сравнить будет их с теми, что продаются в потайной лавке. Сейчас я все это запомню. Магический... Блин, лук так лучше и не появился. Как они задрали, а? Ладно, в общем, 285. Слушай, вот здесь вот я смотрю погибель ящера. Они стоят гораздо дороже, но урона гораздо меньше. Клинки, лозоискатели. Они, наверное, может, бонусы какие-то уникальные дают. Почему такая цена-то? Наверное, да, подробности, наверное. Кинжалы, руки которых обшиты кожей ящериц. Особенно эффективны против вида сухопутных ящеров. А, ну понятно. Режущий урон, прерываемость, сбиваемость. Но, типа, смысл-то, у меня проблем-то и нету с этими. Кинжалы, руки которых напоминают змеи, они начинают светиться всякий раз, оказавшись рядом с сокровищами. Но урона почему так мало? Вот, неизбежная гибель и воинствующий дух. Магический лук, вырезанный из священного древа. Владелец получает больше урона, но его здоровье восполняется само по себе. А, вампиризм. Сомнительно. Магический лук причудливой формы обладает огромной точностью, особо эффективен против человекоподобных созданий. Охренеть, там есть монокль мыслителя за 780 тысяч, вы охренели? Ну херовые статы, загорится всякий раз, когда рядом с сокровищами. Ну и что, ну я и так сокровища найду, дайте мне лучше что-нибудь, и нафиг этих ящеров, короче хрень какая-то. А стоит пипец сколько. Могу, конечно, этот лук. Вампиризм нафиг. И так отхиляться могу. Вот это вот против человекоподобных, а тут большинство человекоподобные. Ну, кроме драконов и этих самых. Хотя, блин, да. Вот тоже.
Что-то вообще фигня какая-то продается, если честно. За бешеные деньги. Тут типа есть новая игра плюс, как в Ведьмаке третьем. То есть ты когда прошел игру, можешь проходить ее на еще более там... то есть у тебя типа как монстры сложнее будут, но ты сохранишь всю свою прокачку, всю свою снарягу вроде или там... Или как, короче, сохраняешь, и ты тоже там всех сносишь с полпинка, естественно. Ну хорошо, так можно всю игру деньги копить. Давай за зубры купим. Одни, в конце концов. Да, это, видите, у меня все оружие улучшенное. Ну, за зубры могу улучшить за прочный бивень. У меня их всего три. Ну, давай улучшим. За зубры до максимума. Посох тоже для Рафталии. Можно обновить. Благодатный цветок. Диадему на бушку навешу себе, чтобы не портить. Так. Магический талисман нету. Так. О, лавровый лист. И бронюшку могу тоже улучшить. Нормас. На Грифона! Так, выходим из города. Люди герцога уже собрались, поспешим и присоединимся к ним. В Грансе круглый год мягкий климат, отличное место для жизни людей. Небо дает ему заметное превосходство, все же мы должны бороться. Я так понимаю, вы есть наше сопровождение. Да, мы та самая элитная группа, с которой вы выступаете. Паршивая шутка, я знаю. Мы обойдем столицу и нападем на Грифона, как только постречаемся с ним. Атакуем его в момент приземления. Недостаточно хитро, чтобы называть стратегией, но это сработает. Если все еще хотите с нами после услышанного, то отправляемся. Время герцога велико. Сосредоточьтесь, охота началась. Ну что, погнали, пацаны. Может, он спустится, если его приманить? На такой высоте нам его не достать. Отбросьте все мысли и думайте только о сражении. Придется их... Ох ты, какие у него шарики прикольные. У меня после этого кошмары будут. Пристальнее всматривайтесь в тени. Может, гоблин сошел бы за приманку? Ну так я его уже... Гоблин. Поторопитесь, ладно. Значит, можно следующую приманку. Что-то они слишком жесткие. Тяжелую артиллерию против бедных гоблинов. На дне каньона легко нарваться, да, это понятно. This looks nothing like where we were before. Далеко еще? If we lured another monster close, the griffin may think them prey. So this is where we're to... Вот значит, где мы с этим зверем, нужно приготовиться к битве. О, они все сели в засаде. Он близко, я это чувствую. Давайте оставим приманку здесь. Он приближается. Ты
Но взлетать я с ним не буду, конечно. Ах ты, сука. Как его... Надо ему хвост, что ли, отрезать. Ух ты, сука. Надо ему крыло отрезать, если это возможно. Вперед! Резь ему крылья! Резьте ему крылья. Я не могу бить нормально, он мне постоянно не дает, сука. Нужно заставить его приземлиться, вон. Проклятая курица бежит в свой курятник. Только терпит неудачу. Мы не можем упустить такой шанс. Скорее воскресший. К синей лунной башне. Преследуйте улетающего грифона. Море ближе, чем мне представлялось. Неплохо я прокачался. Да, совсем так. Невероятный вид. Так, все правильно. Целебный чай. Я просто не вижу другого берега. Это что, туда, что ли? Охренеть, за город? Ты что, серьезно? Да, там холм с образом. В общем, вообще далеко, капец. Раненый зверь справился со своим домом. Иду, иду я к нему. Вон они тоже бегут. Не, не обязательно же с ними идти. Или обязательно? Ладно, я могу их опередить просто. Вон, у них даже ХП нету у многих. Грифон не может далеко улететь, он так ранен. Да блин, он пипец далеко улетел. Так, это я только до сюда добежал, еще где теневой форт и вот туда вот. Это жесть. Плавать тут нельзя ни в каких частях. Кстати, во второй части тоже сказали, нельзя будет плавать в воде. Вроде как. Тоже там эти хрени будут. Говорят, несметные богатства стоят со синей лунной башни. Опять химера откуда-то на пути возникла, охренеть. Удаю. Химера-то от какого хера здесь? Сейчас, ладно, я уже с ней справлялся. Ну, вы знаете, чем это закончится. Так, все, и козла убил, и этого. Все, химеру мы уже быстро. Она, конечно, сопротивляется, но тщетно.
Вот и все. Так, по гильдии какое-то задание выполнил. Наверное, люту волков как раз уничтожить. По пути. Так. Ну, идем, идем. Я тут проигнорю этих даже разбойников. Время на них тратить. Просто, опять же, они тут бесконечно будут спауниться, поэтому... Так, вот дошел куда надо, вот теперь направо, видимо. Что-то я не понял. Перемещаться в местности с сильным ветром проблематично, однако людям потяжелее это дается легче. Охерей, тут еще и ветер, механика ветра. Судьба трава. Вот дают. Еще одно задание. Ух ты. Высыпили. Усыпили. Ладно, еще их с лука. Так. Да, реально ветер. Смотрите, 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 меня назад прям сдувает. Уже персонаж недостаточно тяжелый. Прикольно. Получается, медленнее бегу, больше энергии расходую. Так, ух ты, блин, как мне тут пройти-то? Ну, еще пешку главное не потерять. Хотя, в принципе, я уже знаю, что делать. Я просто камень размещу, если что, и все. Да ладно. Все в хозяйстве пригодится. Тут сложность в том, что эти мудаки еще сверху обстреливают, но ничего. У меня самонаводящиеся стрелы. Ну, разбойники тут не очень быстро дохнут.
attack blindly. Вот и все. Так, что у нас дальше? Что-то, кстати, баллисту вижу. Надеюсь, она там просто по приколу. О, гарпия опять. А, сука. Подожди, может тогда я за баллистой? А гарпий нету? Хрен пробьешь, разрывными что ли придется? Ого. Что-то вообще урона нету. Хотя я куда надо ему стреляю. О. Неплохо. Он неподвижно быстрее в атаку. В башню ему стараюсь. Он разозлился. Придется разрывные использовать. Ой, он вырубает их. Вау. Ах ты, сука. Меня чуть не разорвал, не сдавил. Да, опять тебя вырубили, ты чё, серьезно?
Блин. Супер кадр. Этот получше будет. Больше половины снес. Все, сломал. Теперь в груди. Ой, ему они в ноге сломали. Сражались всю ночь и весь день. Все. Теперь на жопе. Да, придется положить камень телепортации где-то и потом слетать в магазин за грибочками. О, магический талисман, помнится, он для чего-то нужен был. Союзнички у меня, конечно, слабоваты уже. Кроме Рафтали, они... Или просто он такой, ближников так сильно контрит. Так. Ну... А, значит, сюда. Да ладно. Нормас. Так, идем далее.
Судьба трава. О, большой гриб. Большой гриб как раз для энергии, которую я закупаю. Но его тут не насобираешь. Так. Много тут нежити. 34-й левел, кстати. Многовато их тут. Так. В таком лабиринте разве что чудом что-нибудь найдешь. Синелунная башня. Огонь. Посмотрите на ее размер, что может быть в этой башне. Так. Люди любят возводить башни, будто стремятся стать ближе к создателю. Он истекает кровью, покончим с этим. Подожди, я сначала смотаюсь, потому что там говорили какие-то несметные сокровища. Башня, стоящая в таком отдалении. Так. Оставляем здесь кристалл, огонь. Летим в город. А, взрывной патрон. Продвинутая форма взрывного болта, увеличенная поражающая способность и время до самопроизвольной детонации. Наверное, возьму. Есть еще привлекательность. После вашего подарка человеку не пешки увеличит вдвое его благосклонность. Ну такое. Так, нанимаю. Ну че, пацаны, погнали? Это Грифонье логово. Молюсь, что у отряда следования все хорошо, скорее поспешим к ним. Воронам бедным досталось. Мы последовали за ней сюда, но она застала нас врасплох. Однако зверюга тоже сильно ранена, ей недолго осталось. Прошу убедитесь, чтобы эта башня стала чудищу могилой. Мы потеряли множество людей, но остальные еще сражаются. Прошу, сэр, помогите нам. Там еще нежить. Что-то меня внезапно заинтересовал вопрос. Зритель мой, а ты смотришь телевизор? Вот, напиши в комментах. Смотришь ли ты телевизор? Мне просто вот интересно. Не, я не к тому, что прям телевизор там смотреть плохо или хорошо. Просто интересно. Там же есть тоже и хорошие передачи какие-то.
типа, не знаю, там, Animal Planet, Discovery. Ну, еще что-то наверняка, что я не знаю. Просто интересно. Давай, Рафтале, догоняй. Что-то их тут многовато. Ох, и любят они попродержать их напоследок. Эти скелеты действительно грозные враги. Ну... Недостаточно грозные. Семя мяты. Нифига себе у него голос. Действуйте с осторожностью, мастер. Йо-йо-йо-йо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Только не туда, сука. Чуть меня вообще не это. Сука. Усыпила. Вставай, Рокки. Йо, чуть не упал, это свой. Я думал на него наскочить просто. Урона, конечно, не так много. Оно чем-то удерживается. Возможно, получится открыть с другой стороны. Ворота почти открылись. Помогите мне. Сюда, вверх башенной лестницы. Быстрее. Руш! Не останавливаться, мы здесь как на ладони. А чё, я следующий рушить? Рычаг вон. Руши её! Я был невнимателен. Ты живой? Нет, сэр Сайрис. Вот сволота. Что за черт? Наши шансы тают. Пока он летает так высоко, мы мало что можем сделать.
Он принял героическую смерть, он приближается. Как мне открыть эту хрень? Сюда воскресший. Поторопитесь. Грифон на подходе, вперед, мастер. У меня камера. Что с моей камерой? Я не могу. Камеру развернуть, зараза. Так. Скорее, моя. У меня заглючила, что ли, эта камера, или как это? Или так задумано? Я не вижу, куда я бегу. Да, наверное, так задумано. Нам удалось, идемте, разберемся с ним на крыше. Их жертва не будет напрасной, за Грифоном. Множество славных рыцарей пало сегодня. Так, а что это там? Тайничок. И тут еще что-то. Нет? А с той стороны? Огонь. От подъема уже кружится голова, я едва могу понять, в какую сторону идти. Пока он летает так высоко, мы можем делать. Надо ему крылья, крылья, наверное, надо лезть. Ой, сука! Вот он, вот по квесту. Приветствую вас, Крэши, еще раз благодарю за оказанную помощь в прошлом. Я пришел, чтобы оказать вам поддержку, равносильную той, которую вы оказали мне. Посмотрим, как это существо справится с моей тайной магией. Что ты на это скажешь, чудовище? Это вкус старого гримуара Саламета. Не могу поверить в этом, теперь известно больше о таких тварях. Ох, ты хорошо его, ох, хорошо. Отлично. Не получается крылья отрезать. Сволота. Thank you.
это невозможно. Да давай, бей его. Он очень быстро выносливость, там трепет так тебя болтает, что ты вообще не можешь ничего. Блин, у меня закончилось. Грибы все закончились, у меня 50 штук было. Я не могу его убить. Полил крылья. Битва дорого нам обошлась, но Грифон больше не угроза. Возвращаемся. Ну и но, вы пришли и сразили Грифона. Приятно видеть, как проработанная стратегия приносит плоды. Только наши потери омрачняют праздник. Прошу, давайте вернемся в столицу и немедленно оповестим всех о нашей победе. Ну как, я был похож на героя, спешившего на помощь тем, кто в опасности. По правде говоря, я оказался здесь по счастливой случайности. Я шел по следам чародея Соломея, они привели меня сюда. Когда я добрался, то увидел вас, стиснутых в битве с Грифоном. Я понял, что это отличная возможность, и, смею сказать, я воспользовался ей сполна. Не нужно благодарности, сэр, о, не нужно. Грифон был силен. Дракон будет еще сильнее? Тогда это будет охота на века. Я останусь здесь, возможно, кто-то еще сумел уцелеть. Прошу вас, отправляйтесь в Гранд Сорн без меня, воскресший. Расскажите, что тварь сгинула. Приятно видеть вас в живых, друг. Похоже, вам тоже повезло. Жаль, что мало про кого можно сказать то же самое. Астралист. Наверное, это редкое растение. Опа! Смотрите, что нашел. Кристалл перемещения. До хрена денег. Маска убийцы. Тут денег-то до хрена. Грифон на черный день затаривался. Куда ему столько денег? Нифига себе, тут все в деньгах. Неплохо. Так, в Гранд Сорен. Грифоний доспех, ого. Так, что за маска убийцы? Как она выглядит-то? Черная маска, которую можно увидеть на хорошо обычных убийц, если, конечно, успеете вообще что-либо увидеть. Херня какая-то. Просто она еще лицо загораживает. Грифоний доспех не могу носить, но он звучит как что-то уникальное, так что оставлю его. О, продвинутое излечение. Улучшенная форма излечения, действующая еще быстрее. Эффект не пропадает, даже если покинуть метку. Я как раз хотел сказать, когда, блин, мне продвинутое излечение дадут, уже задолбали. Ходят слухи, спасение сотрудничает с человеком, известным как Заступник Ночи. Так, ну что, в замок? Опа. С возвращением, выходит Грифон побежден, какое облегчение. Все, кто ходит по дорогам Грансиса, смогут вздохнуть спокойно. Это приятные новости для торговли. Вот и вам и всем, кто сражался, выражаю свою благодарность, воскресший. Огонь.
А я выражаю свою благодарность спонсорам канала. Кто в лайк и коммент молодец, видосику конец.